Подростки заблудились в лесной полосе. Сотрудники полиции организовали поисковые мероприятия. Полицейские нашли заблудившуюся в лесу семейную пару. Прогулка в лес может стать экстремальной. Соблюдайте правила безопасности, чтобы поиск впечатлений не превратился в поисковую операцию. Заранее изучите маршрут, зарядите телефон, наденьте яркую одежду. Не отпускайте в лес детей без сопровождения взрослых.